С рядом наших иностранных коллег мы уже 3-4 года наладили тесное сотрудничество, когда мы оказываем содействие в локализации производства на территории России. Единственный минус то, что такие предприятия открываются не у нас в регионе, а достаточно далеко. И вопрос, можем ли мы как регион Пермский край предложить зарубежным компаниям открывать производство на территории края. Ведь речь не идет только о кормоизготовительной технике, которую мы производим. Речь идет об огромном шлейфе оборудования там, для выращивания картофеля, для переработки овощей и растениеводства и так далее, там, почвообработка.